Привет, это истинный следователь. Такой ролик образовался в Сбербанк, я не знаю, ВТБ, может там все эти псевдогосударственные банки. Я не пользуюсь, как, конечно, чего ругать, ясно, что они варьё ссаное. Вот. Просто иногда какие-то электронные 100 рублей положу, сам себе на телефон переведу. Вот. Сейчас просто 100 рублей там хотел за электроэнергию перевести. 3 дня у них не работало. И пришло смс. Все, платеж сделали, а потом шаблон стал сохранять. И он мне прислал смс, типа сим-карту сменил. И вроде я ее менял, да, там операторы тоже вранье разводят, что нужно на 4G поменять. Хотел 4G поймать у Теле2 и не поймался. Вот. То есть не просто номер, и он должен быть на вас оформлен. Получается, ну причем они номер спрашивают, они же паспорт не смотрят, не знают, чей номер. Ну просто ты говоришь номер, все, если нужно, ты получаешь. А тут, как бы они еще этот MC, этот номер сим-карты записывают. Ну ясно, это подозревал я, все остальные, просто сейчас подтверждение. То есть, чтобы ты сходил... Как бы я даже не знаю, что, вот если не моя, например, если моя, я схожу, ну лишнее хождение, если моя, то зачем, я не понимаю, если тут этот номер сим-карты не тот, то есть я приду и как бы меня проверят, что да, этот номер мой, а если какого-то знакомого опять попросил, он опять сходит и что-то я не очень понимаю, и про это слежение, вот не за мимо номером, еще чтобы вот сим-карты этот, как он, MC там, что-то я недопонимаю. Ну, короче, контроль-то все неплохо, но, как я буду повторять все время, контроль, они все отбросы, варьё, кто контролирует. Поэтому, ну, какой контроль? Надо знать, что, где контролируется, описано, должно быть на сайте. Этот банк сам должен информацию раскрывать, а они все только воруют и воруют деньги у людей. И вообще все у них жизнь своровали. Вот. То есть слежение за сим-картой, наверное, нужно, но как бы контролировать это кто? Люди должны, а не сами эти структуры, никому не нужные. Вот, что-то, да и главное, сбой-то вы заценили, что один он мне прислал, платеж сделал, а шаблон я хотел сохранить, он написал, что сим-карта сменена. То есть херово у них работает, у людей, блин, деньги там лежат, и все, и пропадают, а что-то то присылает, то нет, блин, залет. Очередной какой-то из миллионов. Ну все, братья прогрессивные, пока, это был истинный следователь.